Ребята, ко мне пришел Михалыч. А знаете, зачем он пришел? Михалыч, привет. Привет. Мы хотим проверить с Михалычем, что будет, если... Взять зеркало, посмотреться в него ночью, а потом еще и отсканировать. Останется ли там изображение? Короче, что будет, если отсканировать зеркало? Снимай меня, как я снимаю зеркало. Да. Выпускай. Кот, посмотри в зеркало. Тихо. Ну и чё, я думаю, что это, так, блядь, его же тащить нужно. Человек-сосед. Нам идти две остановки до капидрома, да, до этого, до бесконечного размножения. Конечно, здесь рядышком есть у нас мужик, делает копии. Но он просто настолько суров, что он нас сразу нахуй пошлёт. Так что мы идем сейчас туда, где девиз «Клиент всегда прав». Левой, левой. Раз, два, три. На самом деле, ребята, зеркало оказалось тяжелым. Моя правая рука не выдержала. Поэтому мы с Михалычем так пойдем. Такое ощущение, что чувствуешь себя как в армии. И шагаешь ногу, выполняешь непонятные приказы. И что самое главное, да, Михалыч, это зеркало главное не разбить. Иначе будет сколько лет несчастья? Всем. И тем... Не нам, а зрителям. Да, тем, кто смотрит, будет 7 лет несчастья. Мы с Михалычем подходим к бесконечному размножению. Что нас будет сканировать? В интернете есть вопрос, что будет, если отсканировать зеркало? Я не отсканирую это, я вам расскажу. Херово, пойдем дальше искать. Мне кажется, там где-то вот есть вдалеке еще одно. Потому что здесь рядом студенты из Сибирской аэрокосмической академии. И, соответственно, должно быть много точек, где вот сканируют вот зеркало. А вы сканируете? А копии делаете? Копии не делаете? Блин. Здесь отказали. Здесь. Мы хотим проверить, что будет сканировать зеркало. Вот это размножение сходите. Отказали. Еще можно. Барракос сходите, на минус первый. Ну, а вы что думаете, что будет, если отсканировать зеркало? Ничего не будет. Ну принтер сам себя увидит, и все. Полоса просто белая будет. Пойдем проверим. Частицы разгонятся, короче, ядерный коллайдер. Копии делаем, не сканируем. Копии делаем, но не сканируем. Ну копию сделайте. Я его подержу. Ну откроем просто копию. Мы хотим узнать, что будет, если отсканировать зеркало. Ну копия и сканер одно и то же получается. Нет. Скан, он переводит рисунок в компьютерный рисунок. Ну мы же увидим все равно бумаги, какая разница, компьютерный рисунок. Так, а у нас такого формата в любом случае. Нет, так а мы положим, крышку не будем закрывать, не поддержим. Он будет черный. Ну вот мы хотим проверить, честно, у нас это дипломная работа. Ну, попробуй. Если вы испортите нам ксерокс. Заместо сканирования будет копирование. Ну конечно, результат все равно будет виден. У них этот, система же одна и та же, все равно тот и тот свет прогоняет, правильно? Mm-hmm. Ну, просто у того результат будет оцифрован, а у этого на бумаге сразу. Мне кажется, тайна мироздания разгадана. Да, мне кажется, это шифры. Вам тоже интересно? Конечно. Посмотрите, будете рассказывать. Ну, это получается, зеркало, видимо, где-то поцарапано, захватано пальцами, вот поэтому получается такой рисунок. Сколько у вас стоит отсканировать зеркало? 2,50. Ага. И скажите, пожалуйста, где вы находитесь, чтобы к вам люди добрые приходили копии делать? Красрав 56D. Ребята, вот здесь вам можно делать копию зеркала. Да, и покупайте здесь это. Это не реклама, это просто люди хорошие попались. Да, 2,50, давай. Так, у меня только крупные, 5 рублей. Давай еще раз отсканируем. Чтобы сдачи нет. Ну все, а вы что думали, что будет? То и так и думали? Ну да, я в принципе так и думала, что будет черное, потому что отсвечивает же зеркало. Mm. В любом случае. Ну все, ребята, что, пока. Что будет, если будет продолжение? Будут либо вопросы, либо практика дальше. Михалыч хочет сделать, чтобы проверить, что будет, если кинуть лом в туалет поезда на полном ходу. Ну и убежать после этого.